Дорогие друзья, уважаемые подписчики, ну что, 212-я статья, вероятнее всего, меня не обойдет стороной. Сижу сейчас в стоматологии со старшей дочерью. Приехала, позвонил сотрудник полиции. Материалы проверки к нему пришли. Просит объяснить. Якобы я призывала выйти на митинг 21 апреля. Не знаю, что у них там, ни в одном моем посту призыва не было. Это факт. Был призыв к сотрудникам полиции соблюдать законы и действующую конституцию, в частности, законы о полиции. Это было. Знаете, мне больно. Мне больно от того, что полиция вместо того, чтобы заниматься своими делами, прямыми обязанностями, занимается ерундой. То есть вот этот парень, который мог бы расследовать реальное преступление, сейчас поедет меня опросить. Позор полиции, реально позор, позорище просто, и позор людям, которые сидят на диванах и ничего не делают. Позор вам, я вас всех презираю просто, потому что вы не Путин, не Хренутин и не кто-то, а вы своим бездействием повинны в том, что происходит в нашей стране. Именно вы признайте эту ответственность и начните бороться. Потому что скоро нас всех загасят, всех, кто сейчас еще открывает рот. И тогда придут за вами, за вашими детьми. И не надо потом жалобные посты выкладывать. Спасите, помогите. Когда было кому бороться, вы отсиживались.